Когда играла, у меня каждый день, практически получается, была встреча с чудом. Я слушала сначала мелодию, смотрела фильм. И я когда играла, я пыталась почувствовать вот, возможность чего это. И у меня такое ощущение, что вот сама возможность просто прикасаться к клавишам в созвучии с этой какой-то звенящей, хрустальной просто чистотой, это вот и есть встреча с чудом. Вот это приложение, оно и создает возможности для встречи с чудом. Просто необычайное ощущение, когда просто вот прикасаешься пальцем к клавишам и слышишь, как звук вписывается вот в эту очень чистую, очень прозрачную, вот в это вот сияющее музыкальное пространство. И потом весь день такое ощущение, что вот эти вот звуки, они как капельки, они как бы, вот эта вот мелодия, она живет в сердце и наполняет какой-то хрустальностью, и чистотой, и нежностью, и каким-то нежной радостью такой. Это очень здорово. Настоящая встреча с чудом.